Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня у нас вновь выпуск на моды по игре, когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Давненько не было таких видосов, ну потому что модов мало было, но тут мне прислали целых 3 мода, и я думаю, мы каждый из них сегодня посмотрим, все 3, надеюсь, посмотрим, моды маленькие, поэтому... Авторы оригинальной игры. А авторы этой игры где? Ну, понятно, это Игорь Че сделал. И он уже не первый раз в наших роликах. Короче говоря, что у нас здесь в менюшке? Здесь всего 2 уровня. Обучение и вот этот. Наблюдение. Здесь у нас картинки из оригинальной игры. Только почему-то точки вот эти синие полосочки. Как будто хромакей какой-то недорисованы. Ну ладно. Давайте посмотрим обучение. Гэнгстер-шоу, бля. Да, это как 3-й уровень обучающийся вроде бы. Тихо, тихо, давай. Я так чувствую, тут нифига не изменилось. Кроме того, что Вуди заходит сюда. Через дверь. Ладно, я понял, тут ничего не изменилось. Давайте сразу к этому уровню перейдем. Наблюдение. Сосед сегодня решил посмотреть передачу на телевизоре. Идет смотреть за какой-то женщиной бинокль. И любопытно для Вуди. С большой буквы написать. Это весь шум. И поэтому попробовать дать задачу соседу за эти действия. Понятно. Появилось окно второе. Здесь оно более в правильном месте стоит. Вот эта вот тень не очень качественно сделана, но тем не менее, это окно выглядит лучше, чем в том моде, который мы с вами видели. Опа, шкаф, и это все закрыто. Так, я так понимаю, сосед пойдет сюда сейчас. Отлично, отлично. Офигенно, и как это проходить? Здесь пакости 3, я так понимаю. Открыть пиво, а зачем его открывать? Холодильник тоже закрыт. А какие пакости, интересно? Вот бинокли, и я уже знаю пакости. Шкаф, комод, шкаф закрыт, комод закрыт. Кресло красное стоит. Пока сосед телек смотрит, мы посмотрим, что тут можно поделать. Так, Норин, он неплохо сделал, хорошо сделал. Чуть-чуть бы его сюда сдвинуть, наверное, вот с этим окном, и было бы вообще отлично. Было бы зашибись. Это якобы комод, да? И сюда его надо положить. Скорее, беги, беги. Отлично, мы все сделали. Ну, мод такой себе, конечно. Только... А, мокрое кресло, да? Пивом облили кресло, да? Ну, сейчас пукнет, да? Только... Почему он пукнул, если кресло мокрое? И подушка-пердушка откуда взялась? Это, конечно, я... Мод такой себе.
экранчик такой вот. Ну и все, на этом с этим модом покончено. Мы переходим сразу же ко второму моду. Чик-чик. После рекламы. Канал «Чего хочу, то и врачу» — это канал двух моих друзей. Пацаны снимают различные видео про свою жизнь. Что тут у нас вообще есть? Два дурака, кусок курицы. На что готов мужик? Учим видео кидать спиннинг. В общем, новосибирский аквапарк. В общем, пацаны снимают о том, как они живут. И видео у них довольно интересные. Подписывайтесь обязательно. Ссылочка в описании. Так, следующий мод называется Rexoy Beta 01. Ну, по экрану сразу можно понять, что мод полнейший отстой. Но все же мы, наверное, посмотрим, что же это за мод. Если написано «изменен», то уровень изменен. А если не написано, что изменен, то уровень изменен. Ну хорошо, мы это посмотрим. Этот уровень изменен, этот не изменен, не изменен. А это прекрасно. Мы сможем сразу узнавать, изменен уровень или нет. Но, правда, с этим это не связано, только с этим связано. Поэтому, ну, давайте посмотрим, чем он изменен. Что-то я не вижу изменений, на самом деле, кроме того, что вот этих вот корявых картинок, корявые картинки появились. Вот этим он изменен, да? Значит, он в худшую сторону изменен. Курсор такой себе, конечно. Ну, зелененький цвет, если бы еще черного вот этого не было, тогда был бы красивый курсор. Этот не изменен. Если мод тебе этот отправился, я очень рад. Отправился или понравился? Ах да, забыл сказать, первый сезон не изменен. Весь второй. Первый сезон не изменен, весь первый, второй, третий сезон. Это бетка, она сырая. То есть ты имеешь в виду. Вообще зашибись, автор общается со мной тут. Сейчас ты без меня, мужик. Но на этих выходных буду зарабатывать до версии 2.0. Ладно, мы. Завтра доработаю два уровня. Ну ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Может, что-нибудь хотя бы изменилось. Не, ну красота вообще. Это лучше, чем оригинально, когда сосед. Очередной мод из... Я пройду три уровня, чисто чтобы посмотреть, вдруг изменилось ли что-то во втором сезоне или нет. Но я чувствую, что нет. Очередной мод из серии «Я не знаю, что делать», поэтому я понапихаю кучу разной фигни. Да побольше. Да. Так, одну минутку. Прислали тут сообщение. Понятно. А, стоп, я жду, посмотрел уже. Давайте яйцо в микроволновку сдавать. Ну, кресло я так вижу. Просто решили показать, что кресло может быть таким. Но анимацию грамотно сделать, конечно, не... это сложно. Мы не будем это делать. Сорян, что моды строго оцениваю, но это я ради рейтингов так говорю. Люди любят же, когда я говномоды там критикую всякие. Поэтому автор без обид. Я не берусь как-то там тебя специально обгадить. Может быть, ты даже специально этот мод сделал для того, чтобы такой вот критике подлежал. Без обид. Но мод этот, я думаю, что сам автор понимает, что мод плохой. Yeah.
Ну, 100%. Давайте пройдем еще два уровня. И... Вчера я снимал обзор на на два новых уровня в ремастере. Три у новых уровня. Три уровня, которые вырезали из ремастера и вернуть решили. Это видео вышло бы раньше, если бы не проклятый этот творческий режим в Ютубе. Творческая студия. Короче говоря, там... Я сделал сначала видео, какой-то там глюк произошел, обработка дошла до 100% и дальше не хочет работать, я не знаю, с чем это связано. Я перемонтировал видос, сделал не 60 FPS, а 50, и тогда все очень быстро обработалось и выложилось. Поздно очень, но, блин, что поделать. Извиняюсь. 2 часа обработка на 100% стояла, и ничего, я решил просто взять видео. Да, единственное, что изменили, это вот такой вот спрайт кресла корявый сделали. Нарисованный первоклассником каким-нибудь на перемене. Я вот помню, в 2011 году, мне было 7 лет, я на компьютере Windows 7 рисовал красивые такие картинки. Мне очень нравилось. Они где-то сохранились на старом компьютере, но этот старый компьютер разобранный. Он не разобранный, он где-то в подвале лежит у меня на даче. Пользоваться им там можно, в принципе. Там и там. Вот хотелось бы как-нибудь добыть фотки, эти картинки из него. Я реально, когда один раз увидел их, спустя много лет, реально ностальгия прям такая пошла. Реально красивые картинки. Я там спортзал школьный рисовал, там Ози Осборна, блин, певца рисовал. Еще там много чего рисовал. Уровень из игры Red Bull рисовал. Ну, короче, до хрена я там всего нарисовал. Ностальгия прям реально. Видно, что вот это вот в Paint, наверное, было нарисовано тоже. Ну, может, не в Paint, но скорее всего в Paint. Да, предыдущий мод получше, чем этот. Здесь ничего почти не поменялось. Давай, давай, быстрее, пожалуйста. Блин. Надо было антенну закрутить, а не этим заниматься. Ладно, давайте посмотрим другие уровни. Изменилось ли что-нибудь на них? На этом уровне вообще ничего не изменилось. А как насчет этого? Да, ну, в Paint, наверное, нарисован или в другом редакторе каком-нибудь. Этот уровень точно не изменен. Я думаю, что в этом уровне тем более не изменилось. В этих. И этот тоже, ну и я так понимаю, следующий тоже. Да, конечно, конечно, ничего не изменилось. Ну и еще и ошибка здесь написана. Да, ну не сильно это, конечно, старался, но тем не менее. И последний на сегодня мод, он даже название-то не имеет. Все делал Мирейдж, настоящее имя Мирослав. Ах да, забыл сказать, предыдущий мод нам прислал кто? Сейчас посмотрим. Нам его прислал Евгений Черноморозов. Черноморов, господи, какой Черноморозов, извините, пожалуйста. Короче говоря, давайте посмотрим пилотные серии. Это он, автор, да? Так, ну обучалка изменена, вот отсылки появились. Так, а я где? А, вот где! А, еще и новогодний, нифига себе, как в тему. Еще и новогодний максиматор, мне нравится.
Минуточку, давайте-ка переключим, а то вдруг авторские права. Эндрю Сэм есть, Кирилл Дятлов есть. Этот не знаю кто. Ну и канал Максимадзе на погоне есть. Вот этот кто, я не знаю. Спасибо за отсылки, огромнейшее спасибо за отсылки. Ну посмотрим, что здесь. Изменилось ли чего-нибудь или нет. Сосед-гитарист, блин. Да, изменилось. В худшую сторону. К сожалению. Спрайты, они сами по себе стоят ровно, ну кроме цветка, правда. Ровно в тех местах, где должны, ну почти на самом деле. Но качество, но картинка в размере 4К. Надеюсь, вы понимаете сарказм. Ладно, тут кроме этого ничего не изменилось. Давайте этот тоже посмотрим. Да, перед вами супер шикарная картинка в размере 8К. А как... Ладно, тут три уровня, давайте посмотрим их. Красивый мальчик. Да, вот здесь... Наркоманы. Здесь типа балкон такой, с дверью, ведущей в никуда, блин. Блин, такая картинка, что глаза болят аж. Настолько некачественная картинка. Зачем надо было такую некачественную картинку делать? Ну, судя по тому, кто делал, тут тогда... Если посмотреть на того, кто это делал, то, в принципе, простительно. Я не хочу там детей критиковать. Ну, детям простительно, да. То, что этот мальчик вообще смог мод сделать в картинке вот так... Поналепить, это уже достижение на самом деле. Я сам никогда так не делал даже. Только я бинокль найти не могу. А, вот он. Я так понимаю, пакости с микроволновкой нет. То, что он сюда поналепил картинок, это уже достижение. Потому что даже я так еще не делал. Это уже хорошо, на самом деле. Посмотрим, что на втором уровне. Кутков Мирослав. Молодец. Потрудился, наверное, все-таки. Все-таки потрудился, даже я так не могу. Ну, может быть могу, но я просто так еще не делал. Просто еще так я не делал. Так, ну тут туалетная бумага, это что, говно что ли? Похоже на зерна кофе. А, вот оно что. Это типа мы в кофе добавляем. О, ну тогда не так уж и плохо на самом деле. Смысл пакости поменять. Правда, от этого в туалет срать никто не идет. Да, я добавил зерна в кофе и картинка раздвоилась. Ну вообще красота. Ой, я забыл это, микроволновку яйцо положить, ну блин. Хе-хе-хе.
Теперь ловит даже кабельное. А тут что? Что-то кресло стало неустойчивым. Ну да, точно. На соточку. Так, последний уровень у нас сюрприз ко дню рождения. Это что сейчас было, блин? Это что, блин, было? Я что-то ничего не понял вообще. Откуда Вуди вышел? Ладно, этот уровень поменялся. Только не говорит, что здесь есть портал. Не, нет. Блин, ну тут уже посложнее будет. Портрет. А я думал, что это портрет. Хотя, в принципе, да, сосед же тут не ходит нигде. Да, коряво, конечно, выглядит, но ничего страшного. И где дверь? Да, вот только проектировщики не учли, что сосед не заметит этого. Он же здесь не пройдет посередине. Проектировщик не учел, что сосед не заметит этот якобы портрет. Ах, да, сейчас пакость за последнее будет. Типа, это незначительная пакость была. Да, мы завоевали статуэтку. Собственно, вот такие вот моды были сегодня. Я даже, наверное, ссылки на скачивание оставлять не буду. Но если хотите ссылки на скачивание, то напишите в комментариях. Ну а сегодня на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Если вы делаете тоже свои моды, то скидывайте мне обязательно в комментариях. Пишите там в группу ВКонтакте в обсуждении. Ну или ВКонтакте в личку пишите мне. А с вами был канал Максимадзе. На второй канал также подписывайтесь. И всем пока.